Выставка студентов, выпускников, преподавателей Высшей школы среды обучения основывается на тех взаимоотношениях, которые ее участники выстраивают с окружающей их средой. Каждый художник в рамках этой выставки показывает нам свою среду обитания. Отбор работ мы проводили посредством open call. Школа среды обучения начала практиковать дистанционное образование до того, как это стало нормой для всех в прошлом году. Ее студенты живут в различных городах и странах, и у каждого из них своя среда обитания. Первый выпуск факультета современного искусства среды обучения пришелся на самый разгар локдауна. Для нас очень важно то, что мы смогли собрать работы из различных стран и городов в рамках одной выставки на проекте «Винзавод Open».